сейчас мы приехали в самый крутой отель Донецка, Шахтар Плаза. Здесь будет директорская встреча. Очередь, чтобы поздравить новых старших бриллиантовых директоров и нового бриллиантового директора. Мечтаете ли, чтобы подтвердили слово делом? Вам даже горы не препятствия, барьер. Но все барьеры можно взять командой, которую сплотили вы в единый мощный круг. И мы сейчас все здесь. Мы с вами рядом. Гордимся, счастливы. Ваш клуб «Семья» — триумф. Плачьте. Дорогие бережные, Светочка и Толя, для нас, Виталий, там большая честь иметь таких бизнес-партнеров, которые идут с тобой рука об руку, дышат, простите, ноздря в ноздрю. Спасибо вам большое, что вы есть. Мы вас очень-очень любим и гордимся. И всем лидерам желаем, чтобы у вас были такие же партнеры, как наши бережные. Огромное спасибо, большое спасибо коллегам, партнерам, спонсорам любимым, команде «Триумф», новичкам «Триумфа», новым директорам, которые сделали эту победу вместе с нами, эти шаги. Огромное спасибо. Вы простите за такую банальность. Вы знаете, так приятно, когда много людей собирается не в последний миг твоей жизни, или не жизни, когда с цветами, а именно в такие торжества. И работая в школе, я думала, боже мой, ходишь со школы, больше цветов не будет. Как я ошибалась. Спасибо большое. Желаем всем с вами огромных и победных. Спасибо всем, огромное спасибо. Вот знаете, стоим на сцене, все поздравляют, целуют. Такое ощущение, как вроде как вот у нас со Светой день свадьбы. Только никто горько не кричит.